Здравствуйте, меня зовут Екатерина Зубарева, в эфире программа «Журсовет». Здесь журналисты вместе с гостем разговаривают на интересные актуальные темы. Вместе со мной сегодня в студии мои коллеги Анастасия Шерстнева и Ирина Сырцева. И в гостях у нас кировский общественник Виталий Брам. Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие. Здравствуйте. Здравствуйте. Виталий, завтра уже состоится заседание общественной палаты, где вы должны обсудить проблемы общественного транспорта. Все верно, и один из вопросов – это недоступность, можно так сказать, общественного транспорта в новых микрорайонах города. Все правильно? В чем проблема? Вот что вы хотите обсудить? Все верно, да. То есть завтра будет круглый стол, где обсуждаться будет вопрос доступности. Мы хотим как раз-таки, чтобы был доступен. Сейчас недоступен общественный транспорт. То есть люди не могут уехать в час пик, допустим, утром на работу. Они стоят на остановках. Вот у нас есть фотографии, жалобы людей там в Солнечном берегу, в Гане, но есть проблемы. Можно посмотреть фотографию? Фотографию, конечно, можно посмотреть. Пожалуйста. Люди каждое утро стоят вот в таком количестве на этой остановке, в новом микрорайоне, который построили. Почему они там стоят, большой вопрос. То есть у нас есть автотранспортное предприятие, у нас есть администрация города, которые должны бы заботиться об этих людях, а не забывать про них. У нас есть мнение как раз людей, которые живут в Солнечном берегу и в Ганино. Давайте послушаем, что они говорят по этому поводу. Поскольку и в Нововятске, и в Радужном жилье тоже строится, соответственно, там заселяется потребность в общественном транспорте и там, в тех же микрорайонах. Таким образом, сюда автобусы уже идут полные пассажиров, и начиная от инфекционной больницы, утром в час пик забраться практически невозможно. А один городской автобусный маршрут номер один, идущий до инфекционной больницы, с пассажиропотоком, к сожалению, не справляется. 19-й бы еще один почти, один автобус ходит. Летом только вот делают второй, когда сады открывают. А так раз в час ходит один автобус в северную больницу, вообще трудно попасть. Люди едут на вокзал с пересадками, с вещами. Психобольница связана. А хоть бы какой-то еще бы автобус пустили. Мы как раз этот материал делали в начале года, и там как раз жители возмущались в отдаленных микрорайонах, что все плохо, там транспорт не ходит и так далее. Но интересно, что именно тогда тоже был круглый стол. Я так смотрю, вы очень часто собираете круглые столы по общественному транспорту. А что-то вообще меняется? Какой-то результат? Да? К величайшему сожалению, то есть вот у нас есть решение. Допустим, по Ганино нужно увеличить количество автобусов на маршруте 22, например, на 2 автобуса. Это общественные палаты? У нашей рабочей группы при общественной палате есть конкретное предложение. Мы проработали. А есть там перевозчики, которые, в принципе, готовы взяться за это, увеличить количество автобусов. Или касательно Солнечного берега есть конкретное решение изменить маршрут номер 17. То есть он сейчас идет закольцованно по Ленина, Пролетарская, уходит на Карла Маркса и туда, в сторону Филейки идет. Нужно просто немножко продлить по Ленина до разворотного круга, вот как раз во время там, Хлыновской, там дальше, где он стоит, да. И обратно он поедет точно так же, только нужно будет, чтобы он ехал не по Пролетарской, а по Милицейской. У нас конкретно есть предложение, на которое, к сожалению, администрация города нам отвечает отказом, говорит, что это все неправильно, говорит, что улица Милицейская будет загружена, хотя она шире, чем Пролетарская, и мы как раз-таки разгрузим Пролетарскую, несмотря на то, что просто лишь две остановки там теряются, то есть там расстояние между улицами очень маленькое, и большая часть людей, которые ходили на маршрут номер 17 на улицу Пролетарскую, смогут точно так же добраться до улицы Милицейской. Но нельзя оставить этот маршрут по улице Пролетарской, допустим, найти какой-то компромисс или администрация не идет. Тут просто может возникнуть проблема с ГИБДД, то есть именно с организацией движения. Именно поэтому мы предлагаем на улице Милицейской сделать там поворот на улице Ленина. Так проще будет. Исключительно из-за поворота. Исключительно из этого. То есть если ГИБДД даст добро на с улицы Пролетарской, то почему бы и нет? То есть вопрос очень просто решается, на самом деле. Как раз-таки этот дополнительный маршрут на этом направлении, на этом куске улицы Ленина, сможет увести вот этих людей, которые стоят. Я не понимаю, почему администрация города и автотранспортные предприятия не хотят это делать. То есть я отчасти понимаю, потому что между строк звучало то, что вы заберете наши деньги. Mm-hmm. Это как бы звучало. Причем наши, я считаю, что лично мое субъективное мнение, это именно их деньги личные. То, что есть там пазики автобусы, которые аффилированы с руководством АТП, на мой взгляд, это, насколько я знаю, правдивая информация. То есть с автотранспортного предприятия пассажиропоток пойдет куда-то к другому, к частникам? Да. К частникам. То есть
он и сейчас идет там отчасти к частнику, то есть помимо автобусов, которые принадлежат АТП, вот эти красные ЛиАЗы, купленные за счет городского бюджета, есть еще пазики. Есть как частные, а есть условно частные. То есть они частные, но принадлежат аффилированно через там третьих лиц руководству АТП. Вот это проблема на самом деле. И они, естественно, боятся, что какой-то еще один там дополнительный маршрут на этом участке заберет их деньги. Вот в чем проблема. То есть я считаю, что личная заинтересованность мешает удобству передвижения граждан. То есть это мое мнение там субъективное. Я думаю, что мы его сможем доказать скоро. А есть еще какие-то варианты, кроме того, чтобы вот продлить частный маршрут? Может быть, какой-то вариант общественники не продумывали со стороны АТП увеличить количество автобусов? Давайте думать. Но просто мы предлагаем самый простой вариант, то есть который не потребует вложения там бюджетных средств и так далее. То есть люди готовы. Проблем с нагрузкой на транспортную сеть это... Люди это владельцы, вот, собственно. Люди владельцы, да. То есть мы же общались в рамках нашей рабочей группы, пытаемся решить проблему. Но почему-то нас не слышат. Приходят к вам на рабочую группу, в том числе, и что они говорят? У нас что говорят? Что есть такая проблема, в принципе, есть решение. То есть к нам обращаются люди, у нас там 150 подписей собрано. Вконтакте, в группе, там, Солнечный берег, в одной из них там голосование, там, порядка 500 человек проголосовало. За ваше решение? За это решение, да. Я не понимаю, почему его так трудно реализовать. Кроме как личной заинтересованности, я не вижу никаких проблем. Насколько помню, вот как раз на круглом столе, вот в начале года, там вы пришли к компромиссу с чиновниками, они сказали то, что давайте мы вместе выйдем в какие-нибудь микрорайоны новые и будем засекать, сколько людей ждут транспорт и какой пассажиропоток. Дело в том, есть такая потребность. Были ли такие выезды? Дело в том, что мы сделали там, собственно, вот этот анализ и выявили кучу автобусов, которые не выезжают, хотя там должны быть. То есть кучу автобусов в конкретный период времени, в течение дня их нет, хотя они там должны быть по расписанию. По каким причинам, пока что остается загадкой. Но со стороны администрации и автотранспортпредприятия четко слышен такой месседж, что, ребята, у нас все хорошо. Ну что вы переживаете? Ну а как же, а может обратиться тогда в какие-то контролирующие органы, прокуратура? Здесь явно идет ущемление. Невозможно, но вот и завтра, и послезавтра как раз у нас будет еще собрание в рамках рабочей группы по дорогам, по ремонту дорог и содержанию. Как раз у нас будет прокурор, который будет рассказывать про вот эти три уголовных дела по вывозке снега. И как раз можно с ним пообщаться на эту тему. Но здесь, я думаю, вопрос, понимаете, очень... Просто сказать, что давайте привлечем прокуратуру, там, кого-то еще, можно в суд подать, да, то есть это просто рассеяться там, на год, грубо говоря, кому это надо. Ну, проблема решается на раз. Администрация вот же тоже, она контролирует, она тоже надзорный орган, она штрафует, если там они действительно приезжают, если там есть период, например, каждые 15 минут должен ездить автобус, если его нет, то тогда вот они говорят, что да. Штрафуют кого? Штрафуют свое автотранспортное предприятие? Понимаете, я считаю, что есть конкретно личный интерес. Во-первых, интерес автотранспортного предприятия, у них свои автобусы, то есть муниципальные, грубо говоря, да? А есть какие-то аффилированные к ним лица частные, они штрафовать их не будут. По моему мнению, это глупо, то есть, да, было бы, если есть личная заинтересованность. А я это вижу как бы по топливу, вот сейчас дальше вам говорить, по автозапчастям, по заложенным там зданиям недвижимости, этим же автобусам. Есть какая-то личная... проводить вот эти круглые столы, если вы уже проводите, и нет никакой отдачи? Вы просто говорите, проблема есть, они говорят, да, проблема есть, ну, все, поговорили, разошлись. Ну, вода камень точит. Ну, нужно просто идти и делать свое дело, и все. То есть, если нужно провести 5 круглых столов, давайте берем 5 круглых столов. Если нужно собрать там 2000 подписей, там 5000 подписей, давайте соберем 5000 подписей, чтобы доказать банально очевидный факт. Ну, если это необходимо, то что делать дальше? То есть, если люди, кто сидит в руководстве автотранспортного предприятия и в администрации, не хотят решать вопрос по каким-то причинам, ну, нужно их продавливать в любом случае. Сколько подписей необходимо для того, чтобы было принято законодательное решение? Тут же нет такого. То есть, если мы говорим про подписи, допустим, на сайте РУИ, там, ну, чуть ли не там, 5-10% от проживающих, но это немножко не тот вариант. То есть, можно потратить уйму времени, средств и так далее, чтобы собрать подписи, ну, как бы, чтобы решить простой вопрос, что ли. У нас есть городская дума, у нас есть городская администрация, у нас есть все, но ничего не решается. Общественная палата сейчас имеет право законотворческих инициатив. То есть, может, если здесь город, закон-то не решается. Если город вас не здесь слышит, может, тогда вы. Понимаете, здесь закон-то не нарушается. Здесь есть уже внутренние распорядки, внутренние там, нормативы автотранспортного предприятия. Ну, здесь не нужен никакой закон-то новый. И так все должно работать. При том, что автотранспортпредприятие должно быть очень успешным и прибыльным предприятием. Но, к сожалению, это не так. У них убыток 100 миллионов рублей
за 2015 год. А откуда покрываются эти расходы? Из городского бюджета, естественно. Из городского бюджета, возможно, кредиты. Вот если плавно там переходить к следующей теме, вот маленький спойлер будет на bram.ru, читайте мне через несколько дней. Мы посмотрели все кредитные вот эти там договоры, которые выставляют со стороны АТП. То есть это все идет через госзакупки. И за последние три года, это максимально возможный срок, чтобы просмотреть на госзакупках, мы увидели, вычленили оттуда все договоры на предоставление кредитов. Если смотреть по суммам, то за последние три года это порядка 380 миллионов рублей, которые АТП взяло в кредит в одном из банков наших, нашего города. И переплата по этим кредитам порядка 100 миллионов рублей. А для чего кредиты? Чтобы обновить автопарк? А неизвестно, то есть кредитных договоров там нет. То есть какие-то нет, какие-то, чтобы там, допустим, обновить автопарк, да, какие-то брались. Хотя по программе городской было софинансирование, и финансирование полное из городского бюджета этих автобусов. Какие-то зачем-то еще, может быть, чтобы покрыть убытки. Зарплаты. Вот если плавно переходить от этой темы чуть попозже, важно понимать, что все имущество, вся недвижимость автотранспортного предприятия заложена в банке. Все автобусы, все троллейбусы заложены в банке. То есть в любой момент, если АТП не сможет по какой-то причине расплатиться, ну, сложится город как-то, останется без автобусов. То город останется, ну, по крайней мере, без недвижимости, может быть, и без автобусов. То есть, либо на каких-то, ну, других условиях будут уже выкупать или брать в аренду просто у какой-то другой организации. Скорее всего, без льгот, но мы будем ездить на автобусах. Ну, проблема есть, и я, на самом деле, считаю, что можно, в принципе, обойтись было бы и без этих кредитов, если было бы более эффективное и грамотное управление автотранспортом. То есть мы видим по этому топливу уже факт установленный, что там мошенничество группы лиц, это а подтвердили что ГИБДД. С На протяжении последних, там, как минимум, трех лет автотранспортное предприятие закупало печное топливо. У них печи? Ну, у них печи, наверное, дома стоят, но в таком количестве это порядка 680, по-моему, миллионов рублей. Очень много печей. Очень много печей. Возможно, как суда, например, там, это, как используют, как судовое топливо. А в ГОСТе, которые они прописывают в контрактах, это вообще топливо для танков. У нас есть, видимо, какой-то большой танкист. Ну, нужно понимать. У нас есть дороги, по которым могут ходить только танки. Видимо, да. Но, но в собственности АТП это автобусы, которые рассчитаны на Евро-4-Евро-5 топливо. То есть вообще топливо по внедренному стандарту в нашей стране это Евро-5. Другое топливо разливать на заправках нельзя. Мы же видим, что топливо по контрактам закупается очень странный ГОСТ, который не рассчитан на реализацию на гражданских объектах, заправках, а только по оборонному заказу или на экспорт. Этот ГОСТ, который уже был отменен, и вместо него другой ГОСТ 2013 года, вот этот старый ГОСТ продолжал вписываться до декабря 2016 года. Поставляла топливо типография «Вятка» на сотни миллионов рублей. Типография может поставить топливо. Только у нас, наверное, такое возможно, когда движение нефтепродукт поставить не может, а типография «Вятка» может. В связи с этим на АТП произошли обыски с выемкой документов, обыски произошли у руководства АТП, даже, как поговаривают, нашли порядка 15 миллионов рублей у кого-то дома, видимо, в подушке. Это модно сейчас нынче. Да, так? Вот это главная проблема. То есть сбитые приоритеты. Когда мы говорим, что есть проблема, есть ее решение простое, не требующее вложений, нужно брать и делать. В принципе, это, ну, на поверхности лежит. Давайте мы после перерыва небольшого обсудим эту тему. Сейчас прервемся. Еще раз здравствуйте. Я напоминаю, это программа «Журсовет». Сегодня мы обсуждаем проблемы городского транспорта. В гостях у нас общественник Виталий Брам. Виталий, но до перерыва мы начали говорить о топливе, на котором ездят наши автобусы, и, как выяснилось, оно печное. Да в чем выгода? Выгода в разнице стоимости. То есть, если мы говорим про топливо, которое закупает АТП, а это, напомню, топливо для танков, мы так его прозвали, для военной промышленности, то вот, допустим, по последнему такому это 32,80 за литр. Это цена, которая была в контракте в октябре 2016 года. Вы составили таблицу, да? Да, мы посмотрели все закупки по топливу АТП за последние три года, и у нас вырисовались вполне конкретные цифры. Покажите вот на компьютере цифры эти.
мы видим, что за 3 года АТП закупило топливо на 632 миллиона. Если брать последний контракт, то это 32,80 за литр. Если брать цену рыночную, Евро-5 топлива, которое, по идее, нужно бы заливать, да, то есть это 30 рублей, там, 20 копеек в среднем, там, тире 32. Но, в принципе, укладывается вот в эту сумму, которую они выставляют. Угу. Только вместо того, чтобы заливать Евро-5, они заливают какое-то странное топливо для военной промышленности. Я думаю, что это специально намеренно сделано для ограничения конкуренции. Во-первых, то есть слишком мало компаний, наверное, могут поставить вот это странное топливо по этому странному ГОСТу. Насколько мне известно, то на самом деле топливо поставлялось даже не вот это вот странное топливо, а другое странное топливо под названием печное. Это самый плохой дизель. Угу. Для печей, для судов, там, ну, которые могут скушать. Он вообще не рассчитан на транспорт. Он не рассчитан на транспорт. И ну, вот, если брать конкретно один контракт, который был в октябре 2016 года, то разница в цене порядка 24 миллионов рублей. Я думаю, это существенно. А если брать общую, то это порядка 98 миллионов минимум. Это же расчету. Экономия получается денег. Откуда убытки вообще? Откуда они берутся? Экономии нет, еще раз говорю. Топливо покупает по цене Евро-5. Льют вместо этого печное топливо. И как раз вот эта разница, которая оседает в чьих-то карманах, составляет порядка 98 миллионов. По самым скромным подсчетам. Это только на топливе, да? Это только на топливе. А на всем остальном маршруты самые практически прибыльные? Самые прибыльные маршруты. Самые лучшие автобусы, купленные за городской счет. Хорошие. Ну, там на протяжении 5 лет последняя вышла программа по софинансированию и по финансированию на закупку автобусов. И в эти новые автобусы, которые рассчитаны от Евро-4 до Евро-5, ну, в зависимости от там года выпуска, льют печное топливо. Из-за этого частые поломки топливной аппаратуры, раз. Ремонт стоит порядка 120 тысяч рублей на каждый автобус. Как часто? Ломаться? Да. Ремонт топливной аппаратуры стоит порядка 120 тысяч рублей. Как часто? Да, может быть, хоть каждую неделю ломаться, то есть, ну, в принципе. То есть двигатели и топливная аппаратура этих автобусов не рассчитаны на такой вид топлива. Запросы не делали, как часто проводятся ремонты? Мы обязательно сделаем, обязательно. Сейчас только еще ввязались. До этой истории была Ленинская управляющая компания, кстати, учителем которой является АТП. Там многие лица одни и те же действуют немножко. Сейчас АТП, и на самом деле волосы дыбом встают, когда начинаешь раскрывать всю эту историю, и думаешь, ну такого же, ну не может быть, ну не может... Безусловно, прибыльное предприятие, которое должно принести прибыль бюджету города, быть убыточным. Убыток 102 миллиона рублей за 2015 год, за 2016 год еще данных нет. В системе контрфокуса все выскакивает. Но официальные вот данные, которые собирают. Какие ожидания будут от истории с АТП сейчас, с Ленинской управляющей компании? Мы знаем, что директора, который не высидел и месяца, уже взяли на взятки. По сути-то ничего не изменилось. Ленинская управляющая компания как работала в двух лицах, так и работает. Люди как не получали услуг, так и не получают. Старая управляющая компания Ленинского района банкрот. С ней же, в принципе, порядка 400 домов. История того, что вы вмешались, она пока никак не изменилась. Или вы продолжаете это дело? Но человек-то один сидит. Но у людей ничего не изменилось. Так у людей не изменится до того момента, пока они сами не поймут, что это их двор, это их дом. И качество обслуживания за свой же счет, который они платят ежемесячной управляющей компании, довольно большие деньги, кстати. Но нужно контролировать, как минимум. Здесь есть выбор. А с общественным транспортом тогда, может быть, заранее какой-то совет? Есть общественность? Я бы, вот честно, мое мнение, что вот эти все крупные муниципальные компании, ну, как показывает практика, не могут работать эффективно. Но, тем не менее, сейчас как в остальных городах это нормальная практика, когда частников все уходят к какой-то одной городской компании. Все зависит не от формы, все зависит от целей, которые изначально выставлены, от здравого разума. Но если у тебя цель стоит как бы украсть тут 100 миллионов, там 100 миллионов, там 200, там 60, то ты не будешь думать даже, у тебя времени не будет, где, как тебе улучшить-то это все хозяйство автотранспортное. Что мне как жителю города сейчас нужно делать для того, чтобы автобусы не ломали, да, не поддерживали, ездили. Так сказать? Очень трудный вопрос, на самом деле. То есть у нас... я-то вижу, на самом деле, но... Отлично. Я не знаю, происходит ли цензура вашей передачи. Да, то есть я-то вижу ли буквально несколько человек, кого упирается. Топливо для танков. Давайте там делать дальнейшую там цепочку. Кто у нас там из танковых войск? Я-то вижу эти все проблемы-то. То есть проблема в целеполагании изначальном.
Если бы мы выставляли со стороны администрации там, четкие цели по улучшению, четкие цели, там, KPI какие-то, эффективности и все прочее, ну, тогда была бы ситуация другая. А если стоит несколько иная задача, выпилить там, выпилить здесь, тут что-нибудь там сделать, видимость, то ничего развиваться не будет. То есть остается ждать и надеяться, что вот такие встречи, как завтра, они хоть как-то подействуют? Это одна из. То есть я думаю, что в любом случае нужно всем участвовать. А если мы про управляющую компанию, ну, контролировать ее. Если мы про АТП, ну, прийти в администрацию и сказать. То есть я как житель города, любой может прийти в администрацию и сказать, какого черта вы ничего не делаете. И это абсолютно нормально. В любом нормальном обществе так и поступают. Но либо прийти на выборы, либо прийти на выборы и сказать, что, ребята, вот вы не очень хорошо работали, я за вас голосовать не буду. Вопрос в том, за кого голосовать, тоже большой вопрос. Да, у нас, к сожалению, все сбито прицелом. Интересно, все-таки в администрации города отчитываются постоянно, какие там новшества есть у нас в общественном транспорте. Умные остановки, Wi-Fi. Хотят сделать полосу для общественного транспорта на прекрасно. Больших остановках. Это прекрасно. Мы живем в 2017 году, только нужно понимать, что это можно было сделать немножко раньше. Ну, кто мешал все делать? Нововведение. Умные остановки, ну... Нововведение. Эти все GPS в автобусах, нововведение, ну, насколько мне это известно. И там тоже серые схемы используются. Мы до них тоже доберемся. Уже схемы прорисовываются у нас, уже видно, кто где сидит. Вы ищете какие-то подвохи. Так не то, что мы ищем, они просто есть, и они причем на поверхности лежат. Я не понимаю, почему до сих пор надзорные органы не работали по этим вопросам. Почему до сих пор не докопались? Пришли в АТП, хорошо, там же обыски пришли. Прошли обыски с выемкой совсем. Вот, как бы, я надеюсь, что органы доведут это дело до какого-то логического там, конца или следующего шага. Ну что, мы тоже будем надеяться, что доведут следственные органы до следующего шага. Давайте сейчас обсудим еще одну проблему, которую завтра вы тоже будете обсуждать. Это сообщение между Кировом, Бахтой, Костино. Люди, которые там живут, ездят на автобусах и платят за километраж, да, не как все пассажиры общественного транспорта в городе платят 22 рубля. С чем это связано и как это решить? Проблема связана с тем, что АТП также не может эффективно настроить сообщение. То есть, может быть, там нужны более маленькие автобусы. То есть, понятно, что там пассажиропоток не такой большой, да. То есть, если возить этих людей на ЛиАЗах, которые будут слабая заполняемость, понятно, что будет какой-то убыток. И понятно, что нужно будет как-то восполнять. В данном случае за счет там, повышенной стоимости билета. Давайте пустим маршрутки там. Давайте пустим там пазики. Качественные пазики есть такие. Хорошие, новые пазики. Маршрутки хорошие, какие-то там Volkswagen, Mercedes. Да, газели наши новые хороши, если взять их в лизинг, допустим. Да? Я думаю, что люди были бы готовы, просто ну, нет допуска. А, к сожалению, опять же, все увязывается на какие-то странные личные интересы взамен интересов общественных, которые есть у компании АТП. Напомню, что эта компания единственный акционер, это город Киров. Муниципальное образование, город Киров. И все должны думать о том, чтобы было всем хорошо. А Бахтата входит в черту муниципального образования город Киров? Входит. Да. Ну, здесь подобная ситуация, я хочу сказать, Ой, была входит. У нас когда-то в Ленгасово, когда также рассчитывался тариф по километражу. Сейчас ситуация изменилась после того, как общественность, насколько я знаю, даже местные жители выступали против, ходили во всякие инстанции, поэтому, возможно, здесь с Бахтой, так как есть уже прецедент, то... Да, причем там, насколько я понимаю, не слишком разница, вот разница в километраже, в длине до Бахты, например, и до Ленгасова. Да. Ну, там буквально не сильно, не на 300%, как сейчас там в стоимости. Да. То есть, если люди могут уехать за 22 рубля, за 25, там, почему они должны платить 60? У них и так там доходы никакие, им приходится ездить все равно в город там, на работу, на учебу и так далее. То есть, кто о них подумает? Понятно, что в администрации будет постоянная отговорка. Нет. У нас нет денег. Ребята, на есть деньги. Нужно просто эффективно распоряжаться. Не всегда востребовано, например, то, что там из Бахты не так много людей. Поэтому ездит. И есть решение уменьшить именно объем автобуса. То есть зачем туда пускать ЛиАЗ здоровенный, когда можно пустить маршрутку? Но если там нет такого пассажиропотока, ну, пустите туда маршрутку, отдайте какую-нибудь частнику, пусть работает, ну, в конце концов, у нас рыночная экономика. Зачем все замыкать на АТП? Ну что, мы надеемся, что завтра на круглом столе вы найдете пути решения. Наконец. Нам нужен консенсус. Я думаю, что он есть. Придете. Придем. Ну, наше время на этом, к сожалению, заканчивается. Я напоминаю, что это была программа Журсовета. Сегодня мы обсуждали проблемы общественного транспорта. Со мной в студии были мои коллеги Анастасия Шерстнева и Ирина Сырцева. В гостях у нас был общественник Виталий Брам. Меня зовут Екатерина Зубарева.
Я напомню нашим телезрителям, что программа «Журсовет» теперь выходит в понедельник, вторник и среду в 19:00. Поэтому увидимся уже завтра. До свидания. До свидания. До свидания.